Сотрудники берлинского зоопарка показали детеныша филиппинского пятнистого оленя, рожденного около 2 месяцев назад. На кадрах малыш прогуливается по вольеру со своими родителями. Предполагается, что по достижении 2-летнего возраста олененок отправится в другой питомник или парк дикой природы. Филиппинский пятнистый олень, также известный как олень принца Альфреда, занесен во Всемирную Красную книгу. По состоянию на 2016 год в мире насчитывалось всего 700 особей этого вида. По словам специалистов, все филиппинские пятнистые олени являются собственностью правительства Филиппин и их национальным достоянием. Эти животные находятся на грани исчезновения. Это 38-й детеныш, родившийся в берлинском зоопарке с 1995 года. Поэтому берлинский зоопарк играет огромную роль в сохранении этого вида животных.